Саша, а что напоследок-то я скажу? Почему напоследок-то? А я, ты просто пропустил. Это ты пропустил вначале. Я говорю, дело в том, что два года назад я, реже иконостас, врубился себе в палец стамеску, и у меня сухожилие перебило. Вот он до сих пор не гнется. Я больше полутора лет, ну, мне сделали операцию, но она не помогла. Я больше полутора лет не брал гитару в руки. Простите, я повторю для человека, это мой очень любимый человек. И в мае, 6 мая прошлого года, я познакомился с потрясающей женщиной и влюбился. И вот она стала тем локомотивом, который запустил меня даже без гитары, без пальца играть на гитаре. Ну, то есть, и вот я ей за это благодарен, и ну, у нас будет свадьба где-нибудь вот, в следующей осени. Значит, это все вычеркиваем и подписываем. А знаешь, все еще будет. Это напоследок прошлой жизни, понимаешь? В скобках. Коньяк, запятая флейта, запятая газель. Такая, что все были в недоумении, а я вот это рассказал. Ты прощаться собрался, Дюдюш. Нет, в прошлой жизни. Да кто ж тебя отпустит? У меня просто следующий этап. Наоборот, следующий этап у своей жизни. Прощаться собрался. Поэтому сам, ну, вот туда. Все понятно. Счастье не
сердце, он закован в белом плаще, разрушавший новый свет. Не ищи меня, ты в Боге, не зови любить и жить. Я пойду по той дороге, буду голову сложить. Я пойду по той дороге, буду голову сложить. Еще хочу сказать, что сегодня прозвучат песни на стихи Алексея Петровского, Ларисы Мартьядовой и Ивана Жданова. Вот, остальным выйдем. Thank you.
каждая жизнь ушу. Донные камни ползут к океану, грязь в лучах венцов. Мальчик не хочет носить талисман, не признает богов. Ночные погонщики страха гонят его к чертям. Где перекрают росомахи, ангел на черте. Мальчик опять приручает дракона, что за шальная страсть. Опустилась на меня,
Актеры в городе Нижнем Новгороде. Там было две песни, но вот сейчас я ее спою. Она пропускала я салат.
поглядел. Thank you.
прозрачнее, чем из-под земли. Я смеялся над ними до слез. Уж смеркалось, когда помирил я крылатому водки поднес. Бесу я молока надоел. На три голоса песни всю ночь пели мы аж до солнечных стрел. Бес на небо залезть бы не прочь, ангела посмотреть захотел. Покой серый от ангельских крыл. Бес из рая вернулся чумной. Я их вновь по плечам рассадил. Под присмотром пусть будут со мной. Старуха слепая закрыла дорогу, и такие слова ухватил за рукав, процедил: сколь не будешь ты рваться, а все же не быть тебе богом. Хочешь стать седоком, а судьба грызь стальные удила. Я валялся в полях там, где колос любой из военных. И я варил это семя в мозолистых пальцах упрямо. Из кашицы любил упала, да напрасные старания, лишь забор получился, да не, да не получился. Я бродил меж деев вековых музыкальных сад, там, где черными гроздями нот купол неба увидел. Я нещадно срывал их и верил, мне будет награда. Вышла песня печально, только я из сажи берет нацепил, а из охры помог. В облаках обыскал и палитру, и кисть, и берет. Много лиц написал, только нет среди лиц тех иконы, что ж пора мне признаться, мастер я. А лишь подмастерье опустился на землю, обрел я свою половину. Дом соломенный, маленький ствол и холщовый скатерть. Через год молодая жена подарила мне сына. Врешь, старуха, не раб я угодно. Я тоже немножко создатель. Погоня за счастьем. Несусь, как бешеный я пью.
доброго коня, за жар в ночи, за ини дня, за то, что позади вас дня, научусь за ним быстрее вперед, почаще по горам вброд, догнать, найти и напролет, тот счастлив будет, кто найдет. Вот та черта, уже сбылась моя мечта, не понимаю ни черта, так что за нею пустота, последним будет этот март. Я не догнал всю песню вас, умирающий бастард, замасленных и тральных карт. Приглашение, чаепитие с вареньем,
девчонка приготовил он капусты и наркотик, клетушки язычков, малинок с молочком. А для девочки любимый приготовил он маслины, барабин под маринадом, орехи шоколадом. Час настал, встреча гостей, только лет от них крестей не находит объяснение. Чудному положению, как же так случилось, что не идет ко мне никто. Я же тише, а то я все пирог разлил в варенье, тише весь недоумение. Ведь сегодня воскресенье, приближается обед, а гостей все нет, как нет. Она задана вопрос, есть ответ, ответ тот прост. Лёшь, когда гостей позвал, новый адрес не сказал. Та-да-дам, пам-пам-пам-па-дам, па-да-дам, пам-па-да-дам, па-да-дам, пам-пам-пам-па-дам, па-да-дам, туда, где только душа.
бы мой ковчег. Был, как фарватер, нам эльфийский след. Под килем футов семь беды вчерашней. По свежей пашне в рассвет легко и бесшабашно. Вы мой корвет, утащила перо, звонила.
ворву. Колебезду лепесток подбирала траву. Жабью волкою шкуру на камне толкла. Жгла над длинной ступкой перо и скрыла. Нагадала горга, что живет у реки, ей до смерти любовь, да золотые деньги. 40 трав называла, трясала головой, нашептала заклятие от кривды прямой. Приворотное зелье, хмельное питье, ворохнулось в округе зверьё да жульё. Тёмный, ах, ты у меня вылетела. Простите, пожалуйста, я давно её не пел. Ну, больше 2 лет. Надо вспомнить. Песня не моя, это Геннадий Жуков, это просто подходящий вещей. Автор и исполнитель был, к сожалению. Я с ним познакомился, это просто какая-то сказка. Приехал на фестиваль «Второй оскол», а я в «Магазеле» работал, в «Магазеле» и приехал, когда у меня всегда было с собой. А приехал я в четверг, а вообще в пятницу только заезд. Вот мы квасили там, короче, 2 суток. И в субботу утром я иду с Дудуна, у меня такая флейта «Альт». Деревянная немецкая флейта, потрясающий был звук, но она просто умерла, она не выдержала перепадов температур по фестивалям. Иду, и какой-то мужик играет на сцене и поет вот колокольня. И я на флейте пум-пум и попадаю. Он так останавливается. Ну-ка, давай сюда. Я такой. А что у тебя еще есть? В газели. Он дает, ну, ставит меня с там, вторым микрофоном и начинает дальше петь. И потом дает мне паузу. Я понимаю, что я начинаю играть в паузу. И попадаю, и вообще, ну не первый раз вообще. Ну там, видимо, простая достаточно мелодия. Ну, я говорю, для флейты. И я там начал что-то. Ну все, остаешься здесь. Оказывается, это он начинал концерт, который прослушиваются, ну, люди, которые приехали на фестиваль на конкурс. А ему это все вести. И он так понял, что это умрет один, меня надо помощь. В общем, а у него за кулисами стояло несколько бутылочек коньяка. 3-4 флейтиста. На смену. В общем, вот так мы познакомились с Геннадием Жуковым. Он оказался просто потрясающий человек. Я пытался ему помочь, он болел алкоголизмом, как многие люди, которые творческие, не только алкоголизма, но у него, слава богу, там что-то пожестче не было. И я в Москву ездил его спасать, там, кормил, привозил и так далее. Но потом все равно он ушел. Ну, ладно, не будем напечатать, не знаете. Слушайте, я так понимаю, вы не хотите никуда? Нет. Давайте стихи почитаем свои. Хотите? Давайте. Конечно, читай. Мы обойдемся без инструмента. И без микрофона. Ну тогда мне надо было начать вот с того, что я сейчас, чем я буду заканчивать. Сюда прошу входить и нюхать в каминный зал души моей. Своей одарю вас силой стихий, волнений и страстей. Любви и нежности налейте, то на страданиях настой. Он неподдельно свежий. Пейте, что горьковатый густой, да, забыл предупредить, горчит питье хмельное от того, что выпить, даже пригубить давно никто не пробовал. Отпили, вот и чудно, а теперь пожалуйте в сердечный зал за мною. Парадный вход на него я не открою, но провожу вас в потайную. С чего начать?
Не знаю, ты сама начни вот здесь начало. Отбойно сердце застучало. Трамвай желания. Кум, кума, может быть, уже влюблен виконт Доброжелон Дюма в 45 Шико. Я без ума. И от него, и от насильственного расстояния. Опять стояние. Два стояния. О, пять. Ты почему не 10, чтоб сердце каждому развесить, чтоб полетать, покуролесить, на чем торгу забраться вместе, а не сидеть на мягком месте, как кура на своем насесте, а как кура с грузинских гор, морену, всем наперекор лететь, бежать, желать, чтоб слиться, слияние там раствориться до всеобъемлющего грома. Или растворить в себе. Зависит от объема. И у них доколе знакомость становится творение, тайна. Летальный обернется хвороба, опасную отбросим бритву, губами шевеля молитву, крещение начнет залба. С чего начать? Не знаю, как сама начни. Вот здесь начало. Картинка. Волны спененного молока, облака, бисер в зеркале реки, пузырьки, а хрустальная роса, чудеса, искрометные жучки, светлячки, великаны молчуные луны развалились на траве в мураве, им цветные грез полны снятся сны. Повесня. Коронованные веками, нецелованные, коронованные венками, нецелованные веками Божья гладь, сном залитая вплоть до гая, под ракитами ты ногая, помощь, мать, бархатистые расстелила воды чистые на перила томных круч, только вздуется зеркал щеки, в них любуется одинокий лунный луч, газирует пузырьками, газируют плавниками и смакуют пузырьками караси, как простуженная хрипловато выпь испуганная виновата голосит, пролетая вдоль погостов, заплетает его косы бродобрей. Полуношник, стань же ради, опорошенный миром глади, чуть добрей. А в бархатном полотне черного неба кто-то дырочек навертел, не оставив ни единого следа, ни от душ своих не отсел. Этот кто-то заядлый сверлильщик, богохульник и, конечно, сноб. На теле вселенной он розовый прыщик, а в моих глазах кремниевый столб. Эй, ты там, с электродрелью, что в те дырочки видно, шепни. Сквозь дуршлаг черный там за дверью мнятся мне колокольчики и огни. Прям буквально два слова скажу. У меня очень много знакомых музыкантов. А вот среди этих музыкантов замечательных людей, вот я их очень люблю, мы с ними, то есть, проводим время, пишем там какие-то песни. А вот среди этих музыкантов очень мало композиторов. А вот Сашка, вот он композитор. У меня очень много поэтов. А поэтов настолько знакомых, я имею в виду, а вот среди поэтов, настолько тонко чувствующих вот прямо какое-то вот слово, вот их вот очень мало, я могу их там по пальцам перечислить. Вот Сашка один из них. Я всегда прихожу к нему на концерты и всегда получаю вот какое-то такое истинное удовольствие, какое-то, знаете, вот сопричастности к настоящности. Вот Бог ему дал столько талантов. Но не дал пиара какого-то такого, знаете, вот выпячивания, раскручивания. Спасибо вам за то, что вы сегодня пришли. Но я так понимаю, что пришли вот именно к нему и именно, то есть, вот за этим. Мотивация. Ой, что забыл? Большое спасибо Жуй-контенту за то, что дурачков таких. Я один раз говорил, мне так приятно, знаете, там в Москве там
Где концерт будет? На Горбушке. У нас сейчас. Где концерт будет? В Жуйке. Ну так, по-доброму. Ладно, давайте мы. Обходите, будем обниматься. Рад, что ты пришел. Нет, глаза уже не видел. Да. Да. Теперь, Миша, представление имеешь, что я себя представляю в музее. Так а я смотрел. Да, на ютубе. Саша, давайте все вместе сфотографируемся. Ой, давайте. Да. Сам это командир. Вот клуб, блядь, забыли. Давайте уже.